Администрация Каспийска приобрела в лизинг 3 единицы новой специализированной техники для использования в МБУ «Зеленый город». Как рассказывает директор учреждения Магомед Багамаев, данные единицы поспособствуют улучшению качества работы организации. Мы именно подбирали эти машины для удобства для нас, потому что у нас город маленький, дворы маленькие. Ну, соответственно, мы подбирали двухосные машины. И при этом, чтобы был кузов вместительный, да, чтобы максимально большой объем могли забирать, подбирали, искали, переговаривались с дилерами. Ну, вот выбор остановили на этих машинах. У них кузова большие, 18-кубовые, и шасси МАЗ. Ну и как водители говорят, машина комфортная, мягкая. Отметим, что до конца года планируется приобрести новые единицы техники хвостовой загрузки. На данный момент уже идут процедуры аукциона. В связи с обновлением техники директор Магомед Багамаев обратился ко всем горожанам. От горожан только просьба оплачивать своевременно заказанные услуги. И еще одна, конечно, наболевшая тема, убедительная просьба. Не сбрасывать в баки строительный мусор, потому что это новая дорогая техника, там одна машина по 13 миллионов стоит, она просто выйдет из строя там за день, за два буквально.